Я ищу Норио. Где он? Он понес прах брата на кладбище. Оно к югу отсюда, среди холмов. Пойду туда. Спасибо. Что ты, дурень, самурай? Thank you.
Энзио. Брат любил горный воздух куда больше, чем пагоду. Монгол, которого ты ищешь. Харчу. Ты нашел его? Да, он совсем рядом. Норио, ты сейчас нужен в храме Кедра. Нет, это важнее. Разве месть — это первый долг монаха? Я был братом прежде, чем монахом. Не ходи один. Я с тобой. Как хотите. Где его искать? В форте Сёни. Уверен, что виноват он. Когда я его найду, он будет молить о быстрой смерти, но никто не ответит. Сложись все иначе, думаю, Энзио отказался бы от мести. Сложись все иначе, я был бы мертв, а хранитель жив. Для Цусимы так было бы лучше. Возвращайся в храм, я обо всем позабочусь. Вам меня не отговорить. Не хочу, чтобы ты стал... таким, как вы? Как многие из тех, кого изменила война. Уже слишком поздно, господин. Внизу есть место, откуда видно форт. Я все делал, как вы учили, когда выслеживал Харчу. Как он выглядит? Как все гнусные, злобные монгольские псы. Его нельзя упустить. Я сразу его узнаю. Увидишь его, действуй сразу. Крысы, пошли прочь! Норю! Нет, мы хотим есть! Жальтишь, мы уходим! Они никому не могли навредить, Норю. Возможно, теперь точно не навредят. Они сами виноваты. Впереди ждет нирвана. Позади только ад. Откуда это? Энзо начертал это на своей нагинате, когда спас храм Куси от разбойников. И стал хранителем. Он претерпел много страданий, но все же дождался тебя. Знаешь, какими были его последние слова? Я ошибался. В чем же? Уже не узнать. Харчу перед смертью будет выть от боли. Надо отдохнуть, Норио. Перед боем. Да, господин. Приберегу силы для Харчу. Норио, где он? Чтоб тебя, Норио. Господин, на помощь! Он взбесился! Говори. Норио! Я его увидел и сперва так обрадовался, но потом... Возвращайся в храм Кедра, я разберусь. Кто это сделал? Норио. Он сошел с ума. Тебе не хватит смелости. Гори! Гори за свои злодейства, мясник! Ты говорил, что твою нагинату не ведет ненависть. Я поступил как призрак. Злодея Харчу больше нет.
Я уже не вернусь в храм Кедра. После этого. И куда пойдешь? Какая разница? Я ведь заживо сжег человека. От его криков мое сердце радовалось. И я не жалею. Я больше не монах. Не смей сдаваться. Нам всем приходилось нарушать клятвы. Но ты нужен острову. Ты последний воин храма Кедра. Уже нет возврата к тому, кем я был раньше. Я и не прошу вернуться. Я прошу тебя хранить веру и идти вперед. Спасибо, Зин. Увидимся в храме Кедра.
видел, Квен! Причем осколь! Хочешь, бери! Перин Хэмпен! Хочешь, бери! Доспехов, предназначенных для хана.
Все будет хорошо. Свобода. Спасибо, господин. Береги себя. Меня! Я тебя освобожу. Спасен. Спасибо. Не бойся. Слишком опасно. Подожди. Наконец-то свобода. Иди. Все хорошо. Я тебя освобожу. Это лучший день в моей жизни, господин. Береги себя.
Господин, сами боги привели вас сюда. Один мастер отдал нам часть доспеха. За этим человеком гнались монголы. Это был доспех для Хотунхана. Но носить его буду я. Спасибо, что уберегли. Рад служить. Хотите? Я родился в городе. Я обязана вам жизнью. Не бойся. Возьмите. Это все, что у меня есть. Перед вами в неоплатном долгу. Береги себя. Ой, внук их чахарда! Наконец-то свобода! Иди, все хорошо.
Спасибо, что спасли нас, господин. Нам отдали на хранение часть доспеха. Велели его защищать, но лучше вы его возьмите. Согласен. Доспех предназначался для Хотунхана. Я об этом знать не знал. И вы не отдали его в руки монголов. Я собрал полный монгольский доспех. Надо вернуться к подмастерью. Ваша безопасность – моя забота. Вашим врагам не позавидуешь. Это вас защитит. Защитит надежно. Сюда! Сакай! Есть вести от Тамой? Мы с ней встретимся. Она расскажет нам, где и когда нападут ее лучники. Думаете, она скажет правду? Увидим. И вот что, Сакай. У нас нет права на ошибку. Я готов, сенсей. Идем. Куда мы идем? На север от бухты Умуги. Она ждет нас у старого игорного дома. Хорошее место для засады. У нас преимущество. Монголы от нее отвернулись. Она в тупике. Такие враги опасны вдвойне. Потому что непредсказуемы. Но у Томоэ два пути. Объединиться с нами или предать нас. Ты ее видел. Что думаешь? Она поможет перебить лучников. Это стоит риска. Твоя жизнь на кону. Она могла убить меня в Дзёгаку. И упустить меня. А теперь она получит обоих.
Если засада не будет, выслушаем ее. И если нападение не выдумка, объединим силы. Решим ее судьбу потом. Она предала свой народ и должна поплатиться. Что вы скажете ей при встрече? Мне нечего ей сказать. Совсем? Вы не говорили с тех пор, как она примкнула к врагам. Она предала меня. О чем тут говорить? Мы близко. Будь начеку. Дальше пойдем пешком. Осторожно. Здесь могут прятаться лучники. Вот и горный дом. Монголов нет. На первый взгляд. Стой. Видишь справа выступ? Я встану там. А ты? Сенсей Исикава. Дин! Если бы я хотела вас убить, вы бы уже были мертвы. Проклятие. Идите сюда. Жди здесь. Но уж нет. Будь осторожен. Сенсей? Дин? Такая самоуверенная. Этому вам меня учить не пришлось. Рассказывай про наступление. Где? Когда? В бухте Умуги. Совсем скоро. Почему выдаешь? Хан меня предал. Я заберу своих лучников. Если мы тебе не поможем, в Умуге прольется кровь. Я тебе не верю. Так ждите. И убедитесь сами. Проклятье. Монголы меня нашли. Чтоб тебя! Томоэ, ты предала нас! Они что, похожи на моих друзей? Хватит уловок. Это не ловушка. Она дралась с монголами, сенсей. Это трюк, чтобы мы ей доверились. Если я вдруг захочу вас убить, вы никак мне не помешаете. Довольно. Возможно, на бухту Умуги напали. Нужно спешить. Хорошо. Но один неверный шаг, и я лично ее прикончу. Идемте. Сюда. Томоэ, даже если спасешь бухту Умуги, ты не скупишь свою вину. Меня заставили учить пути лука. Убивать людей в форте Накаяма тоже заставили? Их пытали. Я подарила им быструю, безболезненную смерть. А монголы пощадили меня. Я не стану извиняться за то, что выжила. Впереди монголы. Я разберусь. Yeah.
Так лучше идти к берегу. Если нас заметят по пути в Омуге, лучников предупредят. Да, нужно держаться в стороне от дорог. Пойдем полем. Как вы нашли лагерь в Акасиме? Твои люди напали на нас, а мы их выследили. Я велела избегать вас. Хотела обустроить еще дюжину лагерей. Рад, что они нарушили приказ. Они меня больше не слушают. Когда мы пришли в Куси, я уже ничего не решала. Впереди враги. И много. В атаку. Сикава. Можем отдохнуть за полем, под деревьями. Там нас не увидят. Томоэ, ты сказала, что в Куси уже не командовала монголами. Но тебя видели с ними. И ты сожгла женщину заживо. Это была не я. Не ты сама, но ты обучила ее убийц. Большую часть времени я убеждала их щадить жизни, а не отнимать. Сюда! Пригнитесь! Тут повсюду монголы. И ищут меня. Я думала, что сбила их со следа. Могла бы сказать раньше. Говорю сейчас. Подождем здесь до ночи. В темноте действовать будет проще. Они не нападут на бухту раньше? Нет. Они расставят лучников, чтобы никто не ушел. Подготовятся к бойне. Отдохните. Я покараулю. Солнце зашло. Вы готовы? Томоэ, иди первый. Мы с сенсеем за тобой. И ты ударишь меня в спину? Если монголы заметят тебя, мы подкрадемся и убьем их. Пошли. Держитесь рядом. Сакай, не спускай с нее глаз. Я вас слышу, сенсей. Хорошо. Впереди дозор. Дин, один твой. Я займусь вторым. Опять идут. Прячьтесь. Хан ягад хомодих босуник мертекуем. Тагору, наддер! Босодн, энде сонор сэрэм стэба! Вперед, Сакай. Не промахнитесь, сенсей. Одна стрела, одна смерть. Вы убили последнего выстрелом кружащего сокола, сенсей. Заметила? Твоя техника тоже изменилась. Я опускаю правую руку ниже. И тогда стрела. Интересно. Легко точно не будет. Развяжем бой сейчас, спровоцируем лучников. Они атакуют бухту раньше, чем мы туда придем. Нельзя рисковать. Что думаешь, Сакай? За мной. Не отставайте.
мои лучники. Когда нападем, они уйдут в город. Там им легче защищаться. Погибнут невинные люди. Видите телеги с бочками? Я зайду сзади. Одна горящая стрела и... Выстрелишь, сама станешь мишенью. Если останешься за деревьями... Я могу промахнуться. Нужно подойти ближе. Позвольте мне исправить то, что я сделала. Ладно. Поверил? Я верю в ее жажду мести. Чигарво! Так вот, как она нас опережала. Вы хороший учитель. Знаю. Готовься. Давай! Недурно, Сакай. Где Томоэ? Я не знаю. Ее ранили? Томоэ! В конце боя я видел ее у галереи, вон там. Это путь к бухте Умуги. Кто-то из монголов мог побежать туда. Пошла следом? Томоэ знает, что не загладит вину, убив лучников. Зато отомстит. И только... Она сражалась за нас. Когда мы победим, это ей зачтется. Забудь о монголах. Что ей нужно в бухте Умуги? Там остались одни головорезы, воры и... контрабандисты. Проклятье! Ей нужна лодка, чтобы уплыть с острова. Эй, там! Да, господин? Тут пробегала женщина? Воительница. Она бежала к морю. Сюда! Томоэ нас обдурила. Она помогла спасти бухту Умуги. Монголы хотели ее убить, а мы обеспечили ей возможность покинуть остров. Мы всегда отстаем на шаг. Но еще успеем ее остановить. Стойте. Сенсей Исикава, мы были несправедливы друг к другу, но Будда учит, что иногда злейшие враги – лучшие учителя. Благодарю вас за науку и за возможность в последний раз сражаться плечом к плечу. Я была вашей ученицей. Я могла бы стать вашей дочерью, но для меня путь Лука остался позади. Что впереди? Я словно стрела, выпущенная из лука. Кто знает, куда унесет меня ветер? Вот и все. Может, она все-таки доберется до Киото. Будь это кто другой, я усомнился бы. Мы должны закончить войну и отстроить наш дом. Мне больше нечему тебя научить, кроме одного. Обещай мне, что не повторишь моих ошибок. Обещаю, сенсей.
Симура хорошо тебя воспитал. Недолго я тебя знал, но ты был смелым, Така. Смелым, как настоящий самурай. Хорошо бы ты сам это знал. Господин, вы вернулись. Работаю с металлом, деревом и тканью. Товар достойный самурая. Спасибо. До встречи, господин. Сабуро, что ты здесь делаешь? Я похоронил Аки и Дзётара. И я все думаю. О чем? Не будь я зажиточным купцом, я бы не пытался покинуть Цусиму. И кто знает, может, тогда моя семья была бы жива. Как закончу молитвы, отправлюсь в Куси и посвящу жизнь Будде Амиде. Ты мог быть сейчас рядом со мной, Рюдзо. Хвастал бы об убитых монголах. Смешил всех дурацкими шутками. Ты не оставил мне выбора. Сюда!
пошла! Пробил ваш час! Пришлось переодеться торговцем саке. Я слышал другое. Торговец спрятал его в телеге с бочками саке и провез внутрь. Когда ты последний самурай? Приветствую, господин Сакай. Падин, вы нашли доспехи? Враг никогда не наденет творение твоего мастера. Монголы заплатили за его смерть. Я рад, что его убийцы больше никого не тронут. Но как жаль, что его искусство ушло с ним в могилу. Ты можешь обучить других. Вы правы. Возьму ученика. Тогда наследие моего наставника со мной не умрет. Давайте-ка подгоню под вас. Thank you.
Что бы подумал дядя, увидев меня в этой броне?